Здравствуйте, это мое первое видео. Здесь вам я буду вам оценивать братков, бибизянков и танки War Robots. Так, сейчас я буду оценивать обезьянков, братков наших. Вот картинки. Так. Так, смотрите. Берем. Допустим, этот. О, боже. Илья Братков. Вам звонит Брадок. Ну, в принципе, бибизяна крутая. Я уважаю всех братков, но это оценка. Беру 7 из 10. Боже, это ржака такая. Дальше, боже мой. Это лютый бибизянец. Ставлю 10 из 10. За ржачную ау. Дальше. Берем бизнесмена-обезьянка. Ну, в принципе, крутая бибизяна. Ставлю 8 из 10. Дальше. Обезьяна звонит кому-то. Ну, что я могу сказать? 5 из 10. Не особо-то нравится. Дальше. Идем. Звонит кричащий Брадок. Наверное, он переиграл в БС и просит меня поиграть с ним в душе. Да, ну... Ладно. Фоторжечное ставлю 9. Так. Дальше. Брат, я жду твоего сообщения. Почему ты мне не пишешь и не звонишь, браток? Да потому что у меня ТикТок, не могу писать, потому что аккаунта нету. И потому что ты в душе, а у телефона ты не можешь использовать, так как намочишь. Это комбо. Оставайся бибизяном. Ну, ставлю 10 из 10 за ржачный бантик и сигму. Так, может, еще какие-то братки есть? Может... Ой. Может, еще что-то я найду? Может, обезьяна есть какая-то, Нико? Смешная бибизянка. Да, блин, да, конечно. Мартышка. Мартыхан. Ставлю. О, о май годнес. Что это? Что это? Нет, стоп, что? Боже, чисто в реальной жизни. Боже. Нашествие обезьян. Вы издеваетесь? Ну, блин, этим дауном я ставлю 1 из 10. Ненавижу Мико, то они стрибают как дауны. Боже, лицензия на соглашение. Ну и всем пока, ребята. Следующее видео будет про War Robots.